В лицее имени Надежды Крупской магаданские девятиклассники сегодня сдавали русский язык. Заявилось 13 школьников, и в 9 утра в пункт приема экзамена начали подходить ученики. Особенности санитарно-эпидемиологического режима требовали от участников наличия маски, проверки температуры, соблюдения социальной дистанции. Кроме того, согласно требованиям Рособорнадзора, проход в учебную аудиторию для сдачи ОГЭ возможен только через рамку металлоискателя. Сегодня первый резервный день среди всех экзаменов. У нас всего 13 участников сегодня. Ну, в 2021 году, наверное, особенности, как и в 2020 году, это маски, перчатки, это все меры профилактики COVID-19 и рассадка по 10 человек в аудиторию. Общественные наблюдатели к нам приходят, их назначает департамент образования. И сегодня должен тоже присутствовать общественный наблюдатель. При входе непосредственно в учебный класс снова проверка фамилии и имени участника. Если сегодня девятикласснику не повезло, возможность пересдать русский язык у него появится лишь осенью.